Дмитрий Таюрский представил КФУ на заседании Госсовета. В топ-5 лучших вузов страны университет входит под таким предметным направлением рейтинга три миссии университета, как география, педагогическое образование, биология, химия, нефтегазовое дело. Как устроена система вывоза мусора в Казани? Полигон – это конечная точка жизненного цикла отходов. Да? То есть дальше с ними уже ничего не происходит. И два варианта. Органическая фракция может разлагаться, неорганическая фракция, такая как там камни, доски или еще что-то такое, стекло. Это будет просто прессоваться. Всем привет! В эфире «Универ новости», а в студии Елизавета Газизянова. С 18 по 19 февраля прошел визит проректора по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхана Алишева в Султанат Оман. В рамках визита было подписано соглашение о сотрудничестве с университетом имени Султана Кабуса, старейшим и престижным государственным вузом страны. Ранее Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ реализовывал серию профильных проектов по сотрудничеству с этим университетом при поддержке нефтяных компаний Омана. В рамках текущего визита проректор по международным связям университета и доктор Мона Аль-Саид обсудили возможность продолжения сотрудничества в формате программ двойных дипломов. По словам Тимирхана Алишева, подготовка нового поколения арабистов, которые проходят практику в странах Арабского Востока, критически важна для развития социально-политических и экономических связей с этими государствами. Сегодня большинство этих стран поддерживают российский курс на модернизацию международных отношений и уход от однополярного мира к многосторонним, равноправным и дружеским взаимодействием. КФУ в этом контексте продолжает реализовывать свою роль одного из ведущих в России центров востоковедческих исследований, а также платформы научно-образовательной коммуникации со странами мусульманского мира. Более 2000 спортсменов и 277 команд из 107 стран мира приехали в Казань, чтобы вписать свои имена в историю и сразиться в 21 инновационной дисциплине. Мультиспортивный турнир «Игры будущего» стартовал в столице Татарстана. Соревнования развернутся в 5 вызовах – спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость, которые объединили в себе лучшие из физических и цифровых миров. Уже сегодня начались групповые этапы по Fidgetal Mobile, по онлайн-стратегии Dota 2 и Fidgetal Хоккею. «Игры будущего» займут 10 объектов в Казани. Основным из них станет Казань-Экспо. Там пройдут соревнования по футболу, баскетболу и финальные матчи Dota 2. Из знаковых спортивных объектов будет занята только Татнефть-арена для соревнований по фиджитал-хоккею. IT-парк примет мир танков и спортивное программирование. Академия тенниса – все соревнования по шутерам. Парк Урам, BMX и велогонку. Казанский цирк, питву роботов, стадион трудовые резервы гонки дронов. Торжественное открытие игр состоится уже 21 февраля. Первый проректор, проректор по научной деятельности Казанского университета Дмитрий Таюрский, представил отчет о реализации программы «Приоритет-2030» на заседании Государственного совета. О том, как прошла встреча депутатов и представителей власти республики с делегатами от нашего вуза, расскажем в следующем сюжете. На заседании Государственного совета был рассмотрен отчет о реализации программы развития Казанского федерального университета в рамках проекта «Приоритет-2030» и о вкладе крупнейшего вуза страны в социально-экономическое развитие республики в 2023 году. В работе сессии принял участие премьер-министр Республики Татарстан Алексей Писошин, члены правительства и приглашенные гости. Провел заседание председатель Государственного совета Фарид Мухаммедшин. Обсуждение вопросов реализации программы развития КФУ в Государственном совете стало традиционной практикой. Казанский университет является участником федеральной программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030» и ежегодно отчитывается о проделанной в данном направлении работе. Информацию по итогам прошедшего года представил первый проректор. Проректор по научной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. В разрезе оценочных, национальных оценочных систем университет занимает 8-ю позицию в рейтинге «Интерфакс», плюс 2 позиции за 3 года, а также стабильно входит в топ-20 лучших вузов страны по версии «Эксперт РАЭКС». В топ-5 лучших вузов страны университет входит под таким предметным направлением рейтинга 3 миссии университета, как география, педагогическое образование, биология, химия, нефтегазовое дело. По ряду важных направлений
объемом НИОКР, иностранным обучающимся, программам дополнительно-профессионального образования, слушателям цифровой кафедры и омоложению кадрового состава мы идем с заметным опережением и вышли на лидерские позиции в стране и по территориальному, и по исследовательскому треку. Дмитрий Таюрский подробно рассказал о ключевых показателях, рейтингах и достижениях вуза. На протяжении последних 3 лет КФУ стабильно присутствует в топ-400 авторитетного международного рейтинга QSWUR. Сегодня вуз занимает 396-ю позицию в мире и 5-е место по России. Казанский университет также входит в топ-100 лучших вузов мира по направлению нефтегазовое дело, занимая сегодня 40-е место в мире и 2-е по Российской Федерации. Также КФУ входит в топ-150 этого рейтинга по таким направлениям, как образование, лингвистика, английский язык, фармацевтика и фармакология, сельское и лесное хозяйство и история. Университет является лидером как по числу заявок, так и по количеству победителей федерального конкурса студенческих стартапов не только в республике, но и в стране в целом. Университет является лидером как по числу заявок, так и по количеству победителей федерального конкурса студенческих стартапов не только в республике, но и в стране в целом. Мы существенно приросли по количеству зарегистрированных результатов интеллектуальной деятельности, более 160 новых объектов интеллектуальной деятельности. Прорыв достиг в экспорте образования. Сформирована сеть подготовительных факультетов с охватом более 7 тысяч слушателей, созданы филиалы в Египте и Узбекистане. Это позволило существенно на 23% повысить доход от экспорта образования и довести его в ушедшем году до 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Отдельно Дмитрий Таюрский остановился на вкладе вузов в социально-экономическое развитие республики. По словам проректора, численность обучающихся учителей, врачей, госслужащих, IT и иных специалистов по заказам республики вплотную приблизилась к 31 тысяче человек. В 2023 году в рамках подготовки и переподготовки кадров для Республики Татарстан университет нарастил контингент обучающихся по направлениям подготовки педагогических кадров, инженерных специальностей, а также в сфере инфокоммуникационных технологий. Объемы оказанных университетской клиникой услуг выросли как в рамках стандартных медицинских процедур лечения, так и по направлениям высокотехнологичной медицины. Почти 26 тысяч человек прошли стационарное лечение в медицинском подразделении вуза. Это наша гордость, Казанский университет. Наша история, честно говоря, и будущее тоже связываем с такими университетами, как Казанский университет. И постановка вопросов обучения и переподготовки кадров, что тоже немаловажно, Дмитрий Альбертович. Это тоже в ваших, так сказать, планах, вашей работы. Подготовлен проект постановления, коллеги. Комитет рассматривал этот вопрос, значит, направленный на то, чтобы поддержать усилия этого университета. По итогам отчета прозвучали вопросы, которые касались в частности размера студенческой стипендии, закрепления выпускников, а также подготовки кадров для преподавания на татарском языке. Елизавета Газизянова, Универ-Новости. В современном мире проблема скопления мусора является наиболее острой. Бытовые отходы чаще всего вывозят на свалки за город на определенные участки земли, находящиеся на удалении от населенных пунктов. При этом объем отходов увеличивается с бешеной скоростью, и мусорные полигоны в скором времени достигнут ближайших поселений, что оказывает негативное влияние не только на состояние окружающей среды, но и на здоровье людей, приводит к опасным заболеваниям и даже летальным исходам. О том, как в Казани решают проблему скопления мусора, расскажет наш корреспондент. Полигон отходов или мусорный полигон – это специально сконструированное сооружение для длительного хранения, обезвреживания и изоляции твердых бытовых отходов. Мусор накапливается на участке до тех пор, пока не будет достигнута максимальная заполненность или срок эксплуатации не составит 7 лет. После этого проводится процедура по закрытию участка и всего полигона. Дальше следует уже его рекультивация. В Татарстане вопрос с полигонами встал наиболее остро с 2019 года, когда в России провели мусорную реформу и в Казань начали свозить отходы соседей, так как их полигоны не соответствовали новым нормам. Поэтому 1/5 часть Казанского полигона заняли отходы из Пестричинского, Лаишевского, Высокогорского и Зеленодольского районов. Полигон – это конечная точка жизненного цикла отходов. Да? То есть дальше с ними уже ничего не происходит. И два варианта. Органическая фракция может разлагаться, неорганическая фракция, такая как там камни, доски или еще что-то такое, стекло. Это будет просто прессоваться, исходя из того, что по поверхности полигона ездят там трактора для разравнивания и так далее, образуется большой холм, который может пахнуть, который может дымиться и так далее. Дальше эти полигоны должны подвергаться рекультивации,
И у нас есть в Казани хороший опыт, да, рекультивации Самосыровской свалки, на которой можно устраивать какие-то там зеленые лужайки и так далее. Я думаю, что это в конечном итоге будет сделано и будет функционировать. Хоть мусорные полигоны и уменьшают загрязнение окружающей среды, с ними связан достаточно большой ряд негативных факторов. Среди них загрязнение почвы, воды, выброс вредных газов и ухудшение здоровья людей, проживающих рядом со свалками. Как показывает практика, рано или поздно наступает момент, когда жители сталкиваются с неприятными запахами, аллергиями и другими заболеваниями, связанными с экологической ситуацией в районе. Перемешанные отходы поступают на полигон. Полигон, если он правильно построен, это огромный котлован, разделенный на, как правило, части карты, да, которые обязательно должны быть заизолированы для того, чтобы жидкость, которая будет вытекать из отходов, она будет образовываться, первое, при разложении этих отходов, особенно органических. Второе, когда идет дождь, когда это засыпается снегом, да, а весной снег тает, для того, чтобы она не проникала, вот эта токсичная жидкость, в грунтовые воды и так далее. Правильно, если функционирует полигон, то каждый день после того, как машины завозят туда отходы, они должна эта поверхность закрываться какой-то тканью, нетканным материалом. Для чего? Для того, чтобы птицы или собаки не растаскивали это вокруг полигона. Проблема вывоза мусора в Казани сейчас решают постройкой второй карты мусорного полигона «Восточный». Ранее ожидалось, что площадка начнет принимать отходы в конце 2023-го, в начале 2024 года. Однако часть оставшихся работ проводить в зимний период невозможно, поэтому сроки сдвинулись на второй квартал текущего года. При этом срок службы данного объекта при нынешних объемах отходов составит только 3-4 года. Так, если в 2012 году, когда строили полигон на улице Химической, город генерировал 700-800 тонн отходов в день, сейчас ежесуточно из города вывозит более 1,5 тонн. Попыткой решить проблему отходов было решение о строительстве мусоросжигающего завода, или он называется завод по термической переработке отходов. Можно много рассуждать о том, что этот завод принесет больше вреда для населения или пользы. Это можно обсуждать, но для этого надо очень хорошо знать, по какой технологической схеме будет проходить процесс, да? Какие будут фильтры и так далее. Именно потому, что сейчас у нас нет возможности приобрести те фильтры, которые должны по проекту поставить. Пока, насколько я знаю, приостановлено вот это вот строительство этого завода по термической переработке отходов. Но вопрос эксплуатации мусорных полигонов также зависит и от самих людей, а точнее от сортировки отходов. По словам генерального директора управляющей компании предприятия жилищно-коммунального хозяйства Евгения Чекашова, в Казани сортировкой отходов занимается менее 1% горожан. Так что правильное распределение мусора жителями Татарстана и постройка мусорного полигона в ближайшем времени смогут улучшить экологическую ситуацию в Татарстане. Карина Саяхова, Кристина Отекина, Универ Новости. Молодые инженеры Казанского федерального университета вышли в полуфинал 10-го Всероссийского инженерного конкурса студентов и аспирантов организаций, осуществляющих образовательную деятельность по инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего образования. Полуфиналистами стали аспирант Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии КФУ Роза Хузина, которая представила на конкурс разработку системы рационального применения средств химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и животных, особенности выделения гуминовых веществ из торфа методом гидроудара, и магистрант Набережно-Челнинского института КФУ Наталья Шевернева. Ее проект называется «Передовые цифровые интеллектуальные производственные технологии. Разработка цифровых двойников производственных систем предприятий». В полуфинале девушки КФУ смогут обсудить с экспертами содержание и развитие своих проектов, получить рекомендации и индивидуальные консультации. Также для полуфиналистов будут организованы тренинги и мастер-классы по развитию навыков презентации и масштабная деловая программа, лекции и семинары о современных трендах развития инженерии. Заключительный этап конкурса пройдет очно в Москве. В рамках него вышедшие в финал участники продемонстрируют работы представителям промышленной индустрии. По итогам Всероссийского инженерного конкурса лучшие проекты получат поддержку индустриальных партнеров конкурса. Победители и призеры будут награждены дипломами, сертификатами и подарками, а также получат преимущество при поступлении на следующий уровень образования.
На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!